Добро пожаловать на нашем канале. Сегодня мы рассмотрим один из самых популярных аккумуляторных сучкорезов Calmer KC-CS10. Этот удобный и эффективный инструмент предназначен для обрезки сучьев и веток в саду или на даче. Данная модель уже успела заслужить положительную оценку среди пользователей, а в описании под видео вы найдете ссылку на магазин. Аккумуляторный сучкорез Calmer KC-CS10 – это удобный инструмент для обрезки сучьев и веток в саду или на даче. В данной модели используется литий-ионный аккумулятор емкостью 1,5 Ач и напряжением 14,4 вольт, который отличается легкостью, компактностью, высокой энергетической плотностью, обладает низким саморазрядом и отсутствием эффекта памяти. Длина шины 10 см. Скорость резания 5,5 метров в секунду. Преимущество Calmer KC-CS10. Быстрое натяжение цепи. Специальная конструкция позволяет быстро отрегулировать натяжение цепи без дополнительных приспособлений. Предохранитель от произвольного пуска, защищает от случайного включения и получения травмы. Удобство эксплуатации, компактные размеры и небольшой вес 1,2 кг обеспечивают комфорт при работе. Экологичность, пила не выделяет вредных газов в атмосферу, что дает возможность использовать ее в помещении. Calmer KC-CS10 – отличный выбор для тех, кто ищет надежный и профессиональный сучкорез для ухода за садом. Надеемся, что наш обзор помог вам понять все преимущества этой модели. Благодарим за просмотр!